приехали. Спасибо. 12 марта в Москву, Шереметьево. Шереметьево. Откуда? Из Берлина. Планировали отпуск еще до, когда уже появился этот вирус. Жили, ну, приняли решение полететь. Ну, там какой-то паники не было. То есть мы гигиену соблюдали, пили витамин С, полоскали горло. Ну, нас в аэропорту встретили врачи, спросили, откуда мы, прямым ли рейсом, куда-нибудь летали в Испанию, либо в Китай. Все. В Германии у нас брали маски. С одеждой, с кожи. Тяжело, конечно, было после отпуска еще 2 недели сидеть. А чем занимались? Смотрели сериал. Новости смотрели. Смотрели «Улицу», странные сериалы. Там. Чуть темные осколки, какие-то еще там. Угу. Мазок берется из горла, из зева, дома, приходящей медсестрой участковой. Если человек, ну, какие-то есть у него проявления ОРВИ, то берется на 1-й, 3-й, 11-й день. А если только человек абсолютно чувствует себя здоров, как вот эти молодые люди, то берется на 11-й день. Через сутки результат уже есть. То есть есть у него коронавирус, нет коронавируса. Угу. Зависимо от этого дальнейшая тактика. Если есть одна тактика, если нет, то наблюдаем до 14-го дня. Потом выдается документ, что он клинически здоров, отрицательные результаты исследования. Угу. И больничный лист при необходимости выдается в день, когда он приносится на дом, в день, когда он уже на следующий день приступит к работе, но в последний день его самоизоляции. Человек, у 4 уже закончилась изоляция, регион самый разный, 4 человека из Ирака приехали, здесь учатся, один мальчик прилетел с чемпионата мира из Голландии, здесь учится тоже в Уралгувке, а живет в Красноярске, прилетел сюда на учебу, его посадили на самоизоляцию, и учебное заведение закрыто, вот у него самоизоляция заканчивается 27-го, и он, у него билеты уже в Красноярск улетать, все маски взяли. Ну и прилетает из Дубая есть, и из Пхукета есть. Какой? В раздельных комнатах, без конца хожу, все, ой, извините, протираю. Его заставляю, даю салфетки, салфетками он там свои эти самые запчасти, что протирает. Сготовлю его, зову, сама ухожу. Вот, на расстоянии, не это, ничего. Все выстирала его, то, что он привез. Не знаю, что еще надо делать. Никуда не выходим, сидим. Пока это хлеб нам занесла невестка с молоком, а остальные продукты, мясо, все, я, у меня все было. Пока обходимся. И там она около порога мне отдала, я тоже маску быстренько забрала и все. Ну не сердитесь. Ничего. На супруга-то, что? Сержусь. Как я считаете? Говорю, ну потому что внуки-то каникулы сейчас, и они к нам, никто не приходит. Мы как получается, что это самое... Вообще отлично все было. Ну мы, правда, когда уже уезжали, только немножко начали там закрывать салоны. Ну такие вот, где массаж делают, спа. А так, в общем-то, вообще да, разговора даже не было нигде. Сведения поступили уже после 22 числа, что в Таиланде там, не, это самое, обнаружили 188 человек.
Ну, и то, они были на мероприятиях на тайском боксе. А мы на такие мероприятия не ходили. У нас пляж, мы отдыхали. Заразиться можно и дома. Сдать. Так что сидеть дома и ждать, когда кирпич на голову пойдет, обидно. Ну, это во-первых. А во-вторых, кто нам вернул бы деньги за путевки? Нет. Значит, что? Почему вернули бы? Кто тебе такое сказал? Ну, мы же разговаривали. А путевки дорогие.